Хочу новые колеса. Дайо! Куда же делся Дайо? А? Дайо! Нам скоро на работу. Лэнни! Попалась! Ты меня напугал! Извини, а где Роги? Поехал в мастерскую. Ну, зачем? Готово. Я свободен? Роги! А вот и твои друзья. Ребята! О! Посмотрите! Ух ты! Ты сменил колеса! Ну, как ощущение? Потрясающе! Новые колеса! Здорово! Тайо, погоди, ты что, завидуешь Роге? Нет! Да, хочу новенькие колесики! Ты уверен? Значит, обойдешься без новых колес. Просто я собиралась поставить их тебе, но раз тебе не нужно, кому бы мне их отдать? Нет, я не то имел в виду. Да шучу я. Не переживай, я уже заказала для тебя колеса. Правда? Уже? Ура! Поздравляю! Так, колеса пришлют к обеду. Поменяем их, когда ты вернешься с работы. Идет? Я просто счастлив! Ну а сейчас мне пора ехать на работу! Пока! Я с тобой! До встречи, Дана! Подождите меня! Удачи в пути! Он так обрадовался. Тони везет новые колеса для Тайо. Ой, зажегся красный. Вот так, за черту не заехал. Тони всегда соблюдает правила. Эй, простите. По-моему, вы пересекли черту. Черту? О, точно. Не заезжать за черту – важное правило. Ай-яй-яй, как же так вышло? В другой раз будьте внимательней. Хорошо. Правила важно соблюдать для нашей же пользы. Я должен перестроиться в левую полосу. Ездить так быстро опасно. Шевелись! О, так не пойдет. Надо догнать его и все объяснить. Спиди! Это Тони! Спиди, снизь скорость, это опасно. Думаешь, ты меня догонишь? Ну-ка попробуй. Здесь нельзя ездить так быстро. Ну вот, куда тебе до меня? Не сейчас. Я выиграл. Спиди. Ты чего? Здесь нельзя ездить так быстро. Ты нарушил правила. И это все. Ну уж я-то никогда ни в кого не врежусь. Что? Спиди! Тони, расслабься. Что с тобой? А что, если другие машины тоже начнут нарушать правила? Ну, мне-то что? Что, если они будут внезапно выскакивать прямо у тебя перед носом, а? Ну, это весьма опасно. И кто-то может пострадать, так? Пожалуй, да. И ты тоже можешь пострадать. Вот уж не хотелось бы. Так, может быть, нам всем стоит соблюдать правила? Пожалуй, ты прав. Решено. Отныне я буду соблюдать правила. Обещаешь? Ага. Тогда до встречи. Пока, Тони. Тони смог убедить Спиди ездить осторожнее. Какое приятное чувство. Где это я? О, нет, я заблудился. Приключения Тайо. У меня будут новые колеса. С ними я буду выглядеть супер круто. Вот и все. Тебе очень идет обновка. Ты так считаешь?
Конечно, ты самый крутой автобус в округе. Та-дам! Ух ты, блестящие! О, самые они модные! Они так идут к твоим фарам! Ух ты, а как они блестят! Ого, классные колеса! О, ты лучше всех! Это ж Дайл! Здорово выглядишь! Он чудесный! Ну что вы, право! Он велик, прекрасен! Счастлив. Я завидую! И все благодаря новым колесам! Едешь, а? Твои пассажиры ждут. Почему мы не едем? Что случилось? О, простите, мы уже отправляемся. Таю, все в порядке? А, просто я думала о новых колесах. Разве это так важно? Да, жду не дождусь. Я тоже хочу увидеть их на тебе, Таю. Мне пора сворачивать. Тогда до встречи. Пока. Сейчас мои колеса, наверное, уже на станции. О, я опаздываю. Что же делать? А? Фрэнк, что произошло? Меня вызвали тушить пожар в центре города. Что-что? Пожар? О, надо пропустить Фрэнка. Подвиньтесь. Давайте, подвиньтесь. Ну-ка. Что вы делаете? Что же мне делать? Я давно должен быть там. Послушайте, друзья. Ну? Так Фрэнк точно не сможет проехать. Пропустите пожарный. Те, кто справа, сдвиньтесь направо. Те, что слева, сдвиньтесь налево. Тогда Фрэнк проедет. Надо. Да. Хорошо. Давайте. Так. Мы поедем. А теперь мы. Да. Да, сюда. Хорошо. Получилось. Спасибо, Тони. До скорой встречи. Пока. Я поехал. Эй, грузовичок. Ты отлично знаешь правила дорожного движения. Это правда. Без малыша у нас ничего бы не вышло. Это точно. Молодец. Молодец? Тони захотелось рассказать всем машинам о правилах дорожного движения. Подожди! Макс! Возить такой тяжелый груз опасно! О, успеет ли Тони доставить колеса вовремя? Вот и я! С возвращением! Хана, новые колеса привезли! Где они? Таю, видишь ли, их еще не привезли. Что? Не привезли? Угу. Почему? Я не знаю. Тони выехал рано утром, так что он вот-вот должен приехать. Всего хорошего. Что-то я задержалась, но теперь пора домой. Как здесь много машин. Тони! Привет, Ленни. Ой, что-то случилось? Вообще-то, я должен был доставить на станцию колеса, но задержался. Колеса? Должно быть, это для Таю. Он весь день мечтал, как примерит их. Теперь Таю расстроится из-за меня. Я виноват. Отличная новость! А? Я знаю, как быстро добраться до станции. Давай за мной! Спасибо! Что же он так долго? Тая! Они приедут! Смотри, вот они! Правда? Тони! Привет, ребята! Что вы здесь делаете? Дожидались меня? Мы дожидаемся Тони. Он везет колеса, но его до сих пор нет. О, все понятно. Тая, если Тони не приедет, я отдам тебе свои колеса. Спасибо, но я не могу их взять. Подождем-ка еще чуть-чуть. Я знала, что вы будете ждать. О, это всего лишь Ленни. Тая. О. Тони! О, простите за опоздание. Что случилось? Я виноват. Начал учить машины правилам дорожного движения. Но главное, что ты все-таки доехал.
Прости, что опоздал. Ерунда! Мы за тебя беспокоились. Спасибо, Тайо. А ты поменяешь мне колеса сейчас? Тайо, сначала я осмотрю Тони. А? Меня? Ему срочно нужен осмотр, ведь он провел в дороге целый день. Большое всем спасибо. Ну все, пора, Тони. Но, Хана, может быть, сначала колеса? Как только осмотрю Тони. Я не против. Видишь, с Тони все в порядке. Тони первый. Это совсем недолго. Потерпи немножко, хорошо? Ладно, как скажешь. Ну-ка, в мастерскую, Тони. Еду. Главное, оставь силы для моих колес, ладно? Эй! Поздней ночью Тай наконец-то сменили колеса. Эту ночь он не забудет никогда. Ура!